Брат, резец! Ого! Неужели мы в сокровищнице Тюра? Еще одна из этих штук. Это Тюр, но не хватает фрагмента. Стой, я думал, что Тюр бог, а не великан. Да, но его все любили, и великаны тоже. Кроме меня, лишь ему досталось от них в дар особое зрение. Хм. А обо мне великаны не сделали триптиха? Давай. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя читать. В этом нет. Ты меня столькому учил. Да и я тебя чему-то научу. Давай. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столькому учил. Да и я тебя чему-то научу. Атрей. Давай. Говорить ты умеешь. Научиться читать не так сложно. Я умею читать, сын. На другом языке. Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов. Животных. Стой. Что, слишком быстро? Прости. Молчи. Я... Запах чуешь? Да, чую. Пахнет... дождем? Ты все испортил! Я заслужил этот молот! А теперь все решат, что я получил его, потому что магнит нет! Меня засмеют! Если я убью тебя, смеяться не будут. Нет! Трума! Ты тупой! Это у тебя от папаши? Или ты в мамку пошел? Она была тупой, да? Заткнись! Ты ничего не знаешь о моей маме! Это верно. Но зато я буду знать все о тебе. Ты станешь моим новым братом. Как только я убью твоего отца! Хватит! Ой, кажется, я его сломал. Назад! Брат, мальчик. Атрей. Скорее неси его к Фрейе, иначе никак. Фрей недалеко.
тебя ищет, брат. Особенно после того, как ты стал убивать его родню. Лес Фрей для него закрыт, туда нам и надо. А если кто и может исцелить мальчика, так это она. Что с ним происходит? Я видел подобное у смертных. Смятение разума может выражаться в болезни тела. Боги такому не подвержены, но бог, считающий себя смертным, шутка представить. Почти на месте. Усилился. Его трясет. Плохо дело. Надо спешить. Фрейя! Открывай! Нам нужна помощь! Женщина, ты слышишь? Это срочно! Я все еще богиня, поди прочь! Мальчик заболел! Фрейя! Он болен. Идем. Это необычная болезнь. Истинная природа мальчика, твоя истинная природа борется с ним. Так это из-за меня. Ты поможешь? Конечно. Только за лекарством тебе придется пойти в Хельхейм. Нужно сердце хранителя, который защищает мост проклятых. Хель. Мир мертвых. Знаешь такой? Этот нет. Это страна неизбывной стужи. Огонь там не горит, и ни одно заклинание всех девяти миров не сможет зажечь там пламя. А мертвецы, твой топор не причинит им вреда. Нужно другое оружие. Тогда я вернусь домой. И откопаю прошлое, которое поклялся забыть. Кем ты был раньше, неважно. Этот мальчик не прошлое, он твой сын. И ему нужен отец. Эта руна откроет проход в Хельхейм. Когда будешь там, ни при каких обстоятельствах не переходи по мосту проклятых. Пути назад нет. Ты понял? Сын. Эмили, поспеши. В саду тропа ведет к моей лодке. Бери ее. Возвращайся домой, раскопай свое прошлое, делай, что должен, но принеси сердце хранителя моста, и твой сын может выжить. Иди. Фрейя. Тогда, в прошлый раз, я был... Нет. Ты не должен доверять словам богини. Можешь не извиняться. Уж точно не передо мной. Я позабочусь о нем. Даю слово матери.
Хельхейм, ну надо же! Как ты, брат? Я сделаю, что должен. Отстань. Как скажешь. Афина. Прочь из моей головы. Сзади!
Нигде ты не спрячешься, спартанец. Ты можешь сколько угодно пытаться убежать от правды. Это ничего не изменит. Ты можешь притворяться кем угодно. Учителем, мужем, отцом. Но есть одна бесспорная истина, от которой ты не уйдешь. Ты не изменишься. Ты навсегда останешься чудовищем. Знаю. Но я больше не твое чудовище. На что годны эти клинки. Oh!
клинки весьма пригодятся в Хельхейме. Я, кстати, вижу дверь в мир между мирами прямо около твоего дома. Срежем путь к кочующему храму, а потом в Хельхейм. Ну, там ты говорил явно не со мной. Ты случаем не хочешь ничего мне рассказать, брат? По части хранения секретов мне нет равных. Если что, обращайся. Кстати, я уже понял, что ты грек. Афина, надо же так проколоться. От тебя воняет странной магией. 14 сисек. А это еще что? Никогда такого не видел. Это что, фамильные клинки? Нет. И не бывать этому. Сынок, это мы с братом создали Мьёльнир для большого тупицы. Я в качестве разбираюсь. И это славная работа. А где мелкий засранец? Он нездоров. Да ну, что случилось? Асы? Нет, это моя вина. И теперь я должен все исправить. Вот ведь. Ну, всем нам приходится платить по счетам, да? Как я могу ему помочь? Я ведь умелый. Хочешь, пойду с тобой? Нет. Твоя работа здесь. Я сам. Ладно. Тогда выкладывай, куда ты собрался. В мир мертвых. Хельхейм! Ха! Дело серьезное. Раз у тебя есть путевая руна Хельхейма, такой вариант будет на столе. Хельхейм.
пользуясь случаем, скажу, твой план безумен. Даже Один не может вынести службу Хельги. Так что, надеюсь, твои клинки не подведут.